Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Lenovo K6 узнать ваш номер IMEI, а также серийный номер. Разблокируем наш Lenovo. Далее. Первый способ узнать наш IMEI. Заходим в контакты. Разрешаем все. И вписываем код звездочка решетка 06 решетка. Здесь видим два наших номера IMEI. Второй способ. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт об устройстве, после чего нажимаем общая информация, данные IMEI, и здесь видим два наших номера IMEI, и внизу находится наш серийный номер. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!